привет, дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня у нас с тобой будет супер-пупер день, потому что наконец-то мы дошли с тобой до, так сказать, нашего полного бинго коллекции, да, это Кизару, Назад в будущее, это последний альбом в нашей, так сказать, опять же повторюсь, коллекции. И мы с тобой прослушали все творчество Кизару, ну почти все, да, у него плюс еще и свои старые какие-то проекты, мы тоже до них дойдем, но... Этот альбом мы прослушаем, и нам остается только ждать нового, который будет в этом году, по-моему, в мае. Окей, а «Назад в будущее» в нем, по-моему, 11 песен, да, и уже тут все на самом деле себе открыло. Да, 11 песен, некоторые из того песни мы уже знаем, например, «Fish Scale» мы знаем с тобой, и «Долгий путь», но в основном, да, что я ожидаю от этого альбома? Ну, как обычно, классики жанра, такого трэпа, нью рэпа, да, это тематика денег, гангста лайв, ну, гангстерской жизни, наркоты, немножечко больше кичения деньгами, да, а может быть и нет, да, потому что все-таки мы так давно с тобой слушали Кизару. В общем, я ожидаю от этого альбома всего то, что, всего самого лучшего, что обычно делает Кизару. Окей, поехали, Fish Scale. Я помню эту песню, она мне нравится. Мне не нужен свет, у меня есть нет. Fish Scale, блеск. Я блин. Прикольная песня за счет вот этого вот сэмпла, да? Да, какой-то он такой. Можно ли назвать его мрачным? Нет, вообще ни разу нельзя, но в любом случае он какой-то такой загадочный, какой-то такая вот у него нотка интересная, да, плюс еще мы с тобой смотрели клип, я тогда еще про него говорила, блин, да это было столько месяцев назад, я даже не помню, в любом случае у нас вот есть серые вкладыши с тобой, и опять же, да, повторюсь, почему мне эта песня понравилась, вот этот вот сэмпл, вот Кизару, он как раз читает вот такие, знаешь, он... Как будто, знаешь, флоу прыгает по словам, да, как раз и мелодия такая ту-дун-дун-дун, да, и он такой та-та-та-та-та-та, да, то есть вот это вот его фишка интересная. Окей, да, посмотрим серые вкладыши, мне нужен свек, у меня есть... А фишеское сленговое название кокаина, высшей пробы, которая блестит, как рыбья чешуя. Фиш-рыба скейл, это чешуя, наверное, да? Также Кизару подмечает свою обособленность от всех остальных русских рэперов, которые никогда не видели качественного товара. И опять же, отсылка к его прямому эфиру в Инстаграм, в котором он задает вопрос о том, что такое фиш-скейл, и никто не может ему внятно ответить. Ну, я тебе... Знаешь, на самом деле, с одной стороны, хорошо то, что никто не может отметить то, что такое фиш-скейл, значит, люди не знают, что такое фиш-скейл, это хорошо. Значит, лучше не знать про наркоту, чем знать. Но мы теперь знаем благодаря ему, и если вдруг нам кто-то предложит, мы скажем нет. Спасибо, не надо. Ну, то, что парень забывает про культуру, это большой грех. Мы с тобой тоже много раз обсуждали, да, про... То, что люди не видят качественного товара, вот на самом деле здесь серый вкладыш, у меня к нему есть вопрос, почему именно, при чем тут товар, да? Хотя смотри, но у меня есть в запасе то, чего нет у всех. Может быть, здесь говорится про товар, да, но здесь, в принципе, вот парень забывает про культуру, это большой грех, он здесь намекает на то, что типа, вот, ребята, вы чё, о чем вы поете, ребята, не пойте, не пойте об этом или об этом, ничего не знаете, вы ничего не понимаете, вот, да, культуру, он за нее стоит горой, он ее продвигает максимально, да, и он не терпит, когда кто-то начинает ее, так сказать, ну, знаешь, как, мы с тобой это уже знаем, да, кто-то начинает песни, в песнях своих петь про то, что, типа, я так и живу, а на самом деле так и не живет, да, ему это не устраивает, он это всем отправляет такое посвящение. Фокус-фокус, я уже скину, великий Гудини. А, прославился разоблачение шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями. Типа, он, блин, прикольно. Знаешь, здесь фишка в том, что серый вкладыш нам не рассказывает, а почему он себя так сравнил. Да давайте сами догадаемся. Раз Гарри Гудини это такой фокусник и разоблачал шарлатанов, можно сказать то, что здесь Кизару разоблачает, а псевдо-рэперов, которые живут псевдо-гангстерской жизнью, да, то есть фокус-фокус, они такие, вот их жизнь как такой сплошной фокус, который они готовят, а... разыгрывают, а он их вот видит насквозь, всех вот эти вот этапы фокуса, все эти престижи, престиж, ты помнишь, это самый офигительный момент фокуса, да, для него это все фигня и так далее, вот свэк, да, ты помнишь, что вот на самом деле здесь вот мне не нужен свэк, у меня есть снег, да, свэк это имеется, ну,
когда был свэк популярен. Я не помню точно, но, по-моему, в 17-18 году прям все вот это по этому свэку тусили, да, тусили, вот иначе тусили, потому что он был какой-то очень популярен. Может быть, здесь имеется в виду, что мне до этой популярности нет дела, у меня как бы есть вот этот вот снег, какой высокой пробы, да, Fish Scale, он блестит, да, я им вдохну и влетаю дерзко, потому что как бы он мне поднял настроение, я себя уже ощущаю как-то по-особенному, и мне этот цвек не нужен, потому что, ну, как бы мне не нужен цвек, чтобы чувствовать себя круче, мне как бы помогает кое-что другое. Вот такая вот интересная песня, да, мне она нравится, прям такая классная-классная, пока она занимает первое место в нашем топ топ назад будущего, моего топ. Окей, следующая песня называется Невероятно. Я же забыла, то что тут это. По-английски написано Incredible. Да, такая атмосфера. Подожди. Вот такая атмосфера, такая... Такая прям какая-то воздушная песня, на самом деле, знаешь, вот как будто бы, вот представь себе ситуацию, сидишь ты вот на кульке, да, такая вот мелодия, она как раз такая воздушная, яркая, мягкая, да, и вот его голос, он так вот, знаешь, запиченный, как будто бы, как он, знаешь, вот там улетел, вот звук, который прям множится, такой эхо-эхо, да, и здесь, на самом деле, вот... Прикольный момент был, знаешь, почему? Потому что он пропевает вот этот «Этот мир неблагоприятный», да, вот он пытается сделать такое а-ля «Рентал». «Рентал» — это восточная такая тематика. Мы с тобой уже слышали подобные варианты в некоторых альбомах, и я тебе еще тогда говорила, я повторю опять, возможно, это какое-то влияние вот и марокканцев, с которыми он имеет дела, значит, так сказать, дилит, возможно, вот так их... Может быть, он слышал, как их музыка играет, может, они поют как-то по-своему, да, и пытается вот у них как-то, ну, понравилось ему, да, и он пытается таким способом тоже проявить себя, да, попробовать, флоп уметь, да. Но, например, припев он пропевает вот таким вот, пропевает, да, а на своим обычным чистым голосом, низким, да, неблагоприятный, нырять с него, да, то есть такой получается скачок, то есть тут... Этот мир неблагоприятный, неблагоприятный, да, то есть как будто бы пропетое сразу же перечеркивает, знаешь, как бы он тебе объясняет по-хорошему, а потом повторяет, неблагоприятный, да, нырять в него, да, таким голосом суровым. Теперь давай посмотрим, ну, ты понял, наверное, же то, что про что этот мир неблагоприятный, про мир криминала, да, потому что неблагоприятный, готов ли ты вообще в него влетать, да, потому что... На мне исчезают пятна, наверное, пятна, знаешь, криминала, да, то есть как бы он затирает все пятна, все вот эти вот моменты, как бы я тут ни при чем, да, и именно так же быстро они исчезают, вот эти его пятна, вот эти вот его эвиденсы, да, доказательства, что он в чем-то виновен, как многие люди, которые в этот мир окунулись, да, и они быстро исчезают, как в догадках, то есть как бы ты только догадаешься, ну как бы ты догадываешься, что с ними случилось, но вот они пропали, по сути, только в догадках. Это интересно. То есть невероятный и неблагоприятный. Невероятный. Вообще, incredible, я бы сказала, часто слышала слово вот именно в позитивном ключе. It's incredible, невероятно, невозможно, да, вообразить себе нереально даже, да, то есть как бы он имеет в виду то, что вот этим словом невероятный, то есть как бы ты представляешь себе этот мир по-своему, а он вообще, знаешь, вот если ты в него окунешься, ты понимаешь, что типа это вообще невозможно себе такое представить, даже было как тут все вообще. И имеется в виду невероятный и неблагоприятный, они звучат в одном ключе у него, да, он их пропевает, прочитывает, все-таки вот этот мир, он просто сумасшедший, жестокий, опасен, да, даже хуже, чем твое воображение. Это паразит твое воображение во сто крат. Так, думаю, ну вот это вот мы с тобой изучили. Мяу-мяу-мяу. Знаешь, на самом деле серых кладышей тут нет. Значит, будем сами догадываться, почему бы и нет. На самом деле, знаешь, мне кажется, иногда даже лучше, когда нет серых кладышей, потому что они как-то все равно... Все равно серых кладыш пишут такие же ребята, как и мы, да, вот они вписывают свои какие-то варианты, да, потому что сколько раз мы с тобой смотрели серых кладыш с таким, знаешь, отпетым эмоциональным контекстом, оттенком, да. Давай посмотрим бридж. Fish Scale, чистый кейн, думаю, сможешь так же, нет, ну, типа, я вот, у меня есть в моем товаре и Fish Scale, это прям вообще чистый товар, ты думаешь, так же, может,
ошибаешься, даже мистейк, ошибаешься. Моя музыка играет весь день, я редко один, со мной весь генген. Генгенг это банда, да, то есть как бы я один вообще не хожу, со мной моя банда. И непонятно почему, да, либо это типа потому, что мы братаны друг за дружку, либо вообще опасно ходить, знаете ли, поодиночке. Потому что на самом деле, мне кажется, это второе, потому что криминал, он именно из таких вещей состоит, знаешь, как древний мир, вот. Ты живешь на своем участке земли, да, вот ты ходишь вот на своем райончике, на своем дистрикте, да, если ты выходишь за свой участок, то жди беды, да, то есть ты как бы зашел на чужую территорию, на чужую территорию другого генга, и они будут тебя мочить, искать, да, выдавливать, потому что для них угроза, они тебя и боятся, и терпеть не могут, и ненавидят, да, вот в этом ключе может быть такое. Также и ты не подпускаешь на свой дистрикт других, да, потому что они тоже угроза, да, в любом случае. Моя музыка продлевает жизнь женщин. Ну, это имеется в виду то, что мы уже списали, что многие ребята, как во многих ключах помогает его музыка, да, они как-то осознают, идут по правильному пути, благодарят ему, пишут ему письма, да, вот в этом случае. Постарайся не принимать глупых решений. Ну, тут имеется в виду то, что, ну, непонятно, что имеется глупое решение. То есть, как бы имеется в виду, что вот не ныряй в этот глупый... Подожди, нет, не глупый. Глупое решение. Не ныряй в этот неблагоприятный мир, да. Возможно, вот этот. То есть не принимай такое глупое решение, не ныряй. Да, тебе кажется, то, что ты сможешь вот так вот просто фиш-скейл чистый кейн делать, это ошибка. Потому что это невероятно, это просто за грань твоего воображения. Интересная песня, на самом деле, да, она такая... Знаешь, какой-то, опять же, месседж, да, я повторюсь, месседжи, он перепакует одни месседжи. Кстати, следующая песня называется «Пакуем». Мы сейчас послушаем и пакуем. Во. Да, вот 8-1-2, да, вот он, знаешь, я даже сказала, вот эта подача, она такой переход с... Не с харша, нет. В общем, я забыла, как это называется. Вот прям сегодня, сейчас я забыла, да? 8-8-8-1-2. Да, вот он подгружает. Не то, что подгружает. Блин, как же это называется? Вот это. Штробас, да. Кошмар. Забыла. Штробас это вот этот вот звук, да. А он как бы берет штробас и вверх пускает. 8-1-2. Да, вот все через него идет. Вся вот эта вот линия. Ты тоже можешь повторить, да. Вообще очень популярный такой мелизм. Мелизм это украшение голоса. Вот он очень популярен. Что ты хочешь мне сказать? What's up? What's up? What's up? Давай, багун, 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 багун. Ага, ой, ой. Чуть почти близко. Короче, ты знаешь, что я тут поняла? Я тебе забыла кое-что рассказать, чуть не забыла. На самом деле, это тебе уже много раз рассказывала, да, если ты смотришь там предыдущие серии, то я почти, наверное, каждый месяц рассказывала тебе об этом. Но давай все-таки обещала Накизару это рассказать, потому что это важно, да? Расскажу, да, откуда пошло вообще все это веселье. Почему произошло так, что вот в этом вот рэп-стиле, вот, ну, рэп это вообще-то немножко другое, хип-хоп-стиле, пошли вот эти темы. Сучки, деньги, наркотики и гангста, да, вот откуда. Я думаю, ты уже знаешь, если ты меня смотрел, если ты там, например, не помнишь, не смотрел некоторые серии, в которых я это рассказывала, ты сначала подумай, да. Почему такая фигня пошла? Вот почему именно эти темы? У всех повторяется одна и та же фишка. У Кизару тоже повторяется то же самое. Да, ты скажешь тебе, ну, так жил, да? Но в любом случае, почему тогда повторяется у других, да? И давай мы все-таки вспомним, да, откуда рэп вообще растет, да? Рэп — это музыка черных ребят, да? Черных ребят, вот этих вот ребят интересных, которых, в принципе, голос от природы почему-то у черных ребят, вот голос, вот эти вот вокальные данные от природы какие-то мощные, сильные, яркие. Вот так вот, знаешь, талант с рождения, просто врожденный. Но в любом случае, да, они, например, в Америке была сегрегация. Сегрегация, ты помнишь, это когда, если ты, например, черного цвета кожи, все, тебе ничего нельзя, не ходи в этот магазин, не ходи по этой улице, вообще ни лицо свое не показывай, вообще иди нафиг, да, то есть как бы тебя полностью ограничивают в
работе, в обучении, во всем что угодно, да, ты даже уехать из страны не можешь, потому что на тебя даже смотрят уже косы, да, то есть ты как бы в ловушке, да. Именно поэтому, например, если мы посмотрим трэп, музыка, трэп-стиль, да, как раз трэп переводится ловушка, и в трэп-стиле, в оригинальном, тематика вот этого трэпа, я ссылаюсь, в Википедии это читала, да, музыка как раз повествует, вот эта стилистика, про жизнь как ловушку, то есть как бы черным ребятам живется как вот в этой ловушке, они не могут жить по-другому, их душит все это такое душное, тесное, знаешь, безденежье, война с другими гэнгами, все вечное такое ощущение небезопасности, вечное ощущение борьбы, это такая, знаешь, ловушка, да, и они об этом поют, читают в своих песнях, да, вот трэп, вот он такой, трэп переводится ловушка, да, но, опять же повторюсь, да, почему именно эти темы, вот эти сегрегированные ребята, да, черные ребята, им больше нечем было заняться, как грабить и нападать, потому что ну, работать никуда не пускают, никуда, везде толкают, отшвыривают, отныривают, вообще нет никакой жизни, в принципе, да, и они идут грабить, ну и рэп читать, да, потому что... Как, знаешь, даже шуточки такие есть. Черному человеку только... Ну, уже сейчас как бы такого нет, но тогда. Грабить и рэп читать. Ну, вот они часто этим занимались и соединяли вместе, да. Плюс, чтоб ты уже понял, что жизнь у них была не сладкая, не мед, да. Деньги надо было откуда-то доставать. Плюс еще надо было... Это постоянный риск, да, расстаться своей жизнью, нападать, грабить и так далее, расстаться с жизнью, со свободой вообще, тем более, если ты черный попадаешь в тюрьму, то тебя там вообще больше унижает, потому что ты вот черный, да, и чтобы справиться вот с этим вот сильным стрессом эмоциональным, да, не сойти с ума, не чокнуться в такой жизни, они принимают наркотики, да, наркотики их временно успокаивают, удовлетворяют, и под этой наркотой, да, ты знаешь то, что настроение падает, не падает, прыгает вверх, да, и они начинают ну, видеть, ну, кичиться, короче, да, то есть так как они награбили, они начинают типа, я такой крутой, да, я вот граблю, я такой зашибенный, да, так как они награбили деньги, у меня куча денег, а у все нищеброды, да, плюс еще девочки, ну, как бы, что есть, что еще хочется, да, выпить, покурить и девочек, да, это, у меня куча девочек, мол, хотят ко мне, да, потому что у меня деньги есть, да, это вот под воздействием наркотиков, то есть они под этим воздействием и песни писали. Текста, да, то есть в повышенном настроении. Когда у них настроение пониженное, они могли писать что-то такое, ну, по депресснику, да, но так как мы с тобой не часто такие песни видим по депресснику, то ты понял. Ты понял мою мысль, да. Так вот гангстер-рэп, он, в принципе, весь такой, да. То есть такая вот жизнь-ловушка, из которой не выбраться, да, то есть как бы ты все равно грабишь, и у тебя куча денег, но так как ты, в принципе, с деньгами не умеешь общаться, они у тебя выплывают, как, знаешь, через сквозь пальцы вода, да? Потому что ты, в принципе, не думаешь там что-то отложить, что-то там копить, что-то там переехать, потому что твоя жизнь это один... Ты живешь одним днем. Выжить, не умереть, кого-нибудь... Не, чтобы тебя не застрелили, чтобы ты успел поесть, закинуться наркотой, чтобы не сойти с ума. Ну и девочка какую-нибудь. Вот такая вот интересная фишка. Обещала, рассказала. Давайте теперь посмотрим песню «Покоим». Она, в принципе, вот про такой стиль жизни. То есть он имеет в виду то, что мы вот стиль. «Покоим» стиль. Такой стиль с детства. Трэпуем, фасуем. Ну, вот трэпуем, фасуем, может быть, и про музыку, да? Но мне, скорее всего, об этом, да? Бежим от ареста, да, то есть бежим, чтобы нас никто не поймал. Скрываемся, прячемся. То есть такая жизнь а-ля... бега, да, то есть как ты не можешь спокойно спать, потому что придут менты, тебе надо вообще спать одним глазом, знаешь, как киты. Киты спят там, одним полушарием мозга ты тоже так же спишь, да, вечно такое тебя трясет от этой тревоги, потому что, ну, реально, везде тревога. Если ты зайдешь на чужой район, тебя застрелят. Если кто-то зайдет на чужой район, на твой район ты не увидишь, тебя застрелят, да? Если ты вдруг проспишь, тебя менты загребут. Короче, или там, не знаю, кто покруче приедет, тот, кто покруче торгует там наркотой, травой, тебя задавит своим авторитетом. Надо все время это свою планку держать. Если планку немножечко собьешь, все, хана тебе. Короче, там не жизнь, а капец. Ну, как раз он пел про это в песне Incredible, да? Невероятно. Так, мой код строго 812. Что это значит? Это код Санкт-Петербурга. Очень интересно. Враг народа, будто террорист. Кстати, смеет тот факт, что его объявили в международный розыск за продажу наркотиков на одном уровне с террористами. Ну да. Враг народа, будто террорист. Ну вот, каждый раз теракт, когда я дропаю релиз. Вот это вот прикольно, смешно на самом деле, да? То есть, как бы,
Теракт — это какой-то взрыв, да, и он имеется в виду то, что сравнивает этот взрыв, ну, информационный взрыв, то, что все начинают говорить об этом релизе, да, и вот это прикольно, то есть террорист, теракт, огонь. Пати нон-стоп, я закинул колесо. Ну да, пати нон-стоп, то есть вечеринка без конца, закинул колесо, чтобы не сойти с ума от этой жизни невеселой, да. И у меня вечно, чтобы, знаешь, постоянно пребывать в этом ощущении веселья, да, на веселе быть, да, хоть как-то выживать. Нет, я не хочу быть снова арестован, парень за мной, за моей спиной миллион историй. Ну, ты понял, миллион историй разные, там, туда поехали, там пошли, там подошли, ну, не там подошли, там грабанули и так далее. Ну, не то, что грабанули, да, ты скажешь, типа, ну, алло, ну, он же не грабил, он же просто траву толкал. Но в любом случае, да, раз он говорит мне миллион историй, то, знаешь, бывало всякое. Никогда не поверю, что, знаешь, придут, короче, два таких чувачка и такие, здравствуйте, здравствуйте, вот возьмите наркоту, ой, спасибо, вот возьмите денежки. Да, все равно есть такие вот на понтах клиенты, есть и агрессивные, есть и такие, короче, разные клиенты. Есть, знаешь, как у врача, у учителя и у... кого-нибудь там еще, у психолога есть куча, типа, у продавца есть, типа, и еще у официанта есть типажи такие клиентов, чокнутые, разные, разношерстные, тут то же самое. Так, два раза, говорит, от iTunes я сделал, нет, это был не ты, альбом Масфорта и Яд занимали первую строчку в чарте iTunes в Скандинавии. Круто, да. То есть имеется в виду, что типа ты мне говоришь то, что типа из меня прут только понты, ну знаешь ли, вот мое доказательство, что это не понты, это правда, все будет, все окей, так как надо. Окей, очень интересно, давай пойдем дальше. Наша следующая песня называется «Слишком реальный для этого». Интересно, неожиданно, знаешь, вот этот вот звук, в общем, это очень громкий выведенный бит. Да вообще вся мелодия, подожди, можно взять паузу? Да, я знаю, болтаю во время песни, я не официально. Короче, мелодия такая прям вся воздушная, опять же, да, повторюсь. А знаешь, весь альбом такой будет, да, и вот эти вот нотки, да, тун-тун-тун. Да, какие-то они вот тоже, знаешь, мягкие, не то что загадочные, они мягкие и что-то тонкие, ну не знаю, вот знаешь, как бы берет за душу вот такие, вот благодаря этим нотам вообще полностью вот мелодия, она вся построена так. И плюс еще он вот эти, ну опять же штробасом, да, я слишком реальный, вот я так не могу, я слишком реальный до этого. Ну короче, как-то интереснее он, у него получается, но это через штробас, вот это вот подкрутим, вот этот вот. Хрипачок. Плюс еще у него голос по себе сам вот от природы такой хрипленький, да, вот в итоге штробас прям ему идеально заходит, да, подчеркивает его вот эти вот природные голосовые таланты. Окей, очень интересно, знаешь, ну, я слишком реально для этого, скорее всего, я так понимаю, это типа я слишком крутой, я слишком трушный, да, вот трушный, потому что true и real это одно и то же, можно сказать. Серых кладышей нет, замечательно, мы сами справимся, нам это ничего не надо. Двигаю пес, пес это деньги, я знаю, бегаю в гетто, гетто это райончики, где всякие люди еле-еле живут, как раз вот черные ребята сегрегированные жили в а-ля гетто, да, гетто такие районы неблагоприятные, в которых постоянный криминал, разборки, вот эти генг-файт, да, и крутится вот эта наркота, деньги вот эти вот черные деньги, да, темные, мрачные и так далее. Мне это идут то, что типа я не вру, типа я трушный, я знаю, что я хочу, я знаю, кому что говорить, и предать мне пофиг на вас. Не хочу ничего предавать, потому что это все не по мне, я, знаешь ли, я больше по своей теме, вы мне вообще нафиг все не сдались, да, вот в этом случае. Я не могу быть как вы, я слишком реально, ну, то есть, как бы, я не могу быть как вы, то есть, как бы, он себя противопоставляет какому-то, знаешь, такой негативный образ создает, да, типа, я не могу, как ты, вот это вот, что-то такое, хрень какую-то, но, возможно, он как раз врать и предавать и так далее, да, то есть, как бы, он тебе говорит, я, вот это все от этого, а я трушный, да, я в теме, вот в этом случае. Так, интересно, вот насчет, да-да-да, мне интересно про счет девочек, да. Заметь, как часто вот в этом стиле, да, мы сегодня будем еще отталкиваться, немножечко в стиль заглядывать, в сам вот эти вот origin, да, origin это происхождение, все-таки, да,
то, что заметь, как часто вообще вот в таких вот песнях, в таких стилях повторяется тематика, что вот у тебя вот это вот оппонента, к которым обращается, да, все песни в основном скроются на хейт-фак. О, нет, не хейт-фак, алё, нет, фак-и-сонг. Фак-и-сонг. Хейт-факи тоже есть. Фак-и-сонг — это песня, которую там, я высказываю своему оппоненту на «ты», да, какой он негодяй, тыкаю ему в его пробелы, минусы, и тем самым возвышаю себя на его разбитом фоне, да, вот такой фак-ю-сонг, да. Но в любом случае в этом фак-ю-сонг присутствует такая фишка, я забрал твою девушку, вот знаешь, мне вот как бы неинтересно свободно, мне интересно твоя, да, чтобы еще больше тебя унизить, да, чтобы там типа повысить себя на твоем уровне еще сильнее, то, что типа для тебя даже девушка ушла, чувак, ко мне, да, то есть как бы вот эта вот тематика очень популярна, то есть как бы Факи Сонг, он подчеркивается благодаря вот финансам, да, типа у меня есть куча денег, ты нищеброд, там, так далее, да, за счет финансов, за счет вот как раз вот этой гангстерской тематики, типа я тут толкаю Fish Scales чистый, а ты никто, да, ты там, типа, ты так не можешь, да, по этой тематике, плюс еще по тематике девочки, да, типа я любую девку могу твою забрать, да, то есть как бы, и мне интересно, твоя девка? Никакая другая, только твоя, да, чтобы прям вот максимально себе, максимально доказать, что вот я такой вот полноценный fuck you songer, fuck you singer, да, это вот чисто образы, да, я про образы имею в виду, но вот ты понял то, что повторяется, ну, на самом деле-то, ну, fuck you song, там у него очень много ответвлений и элементов, да, вот песни мои лучше, чем твои. То есть главная фишка фак-ю-сонга – разбить оппонента и повысить себя на его фоне. Вот и все. Следующая песня интересная. Ну, в любом случае, блин, давай пока сейчас, подожди, не пойдем. Вот эта песня, она вот какая-то прям вообще интересная такая прям. Я даже не знаю, она не мрачная, не тревожная, не тяжелая, не энергичная. Она такая воздушная, легкая, приятная. И с тематикой такой fuck you song вообще прикольное такое сочетание, потому что fuck you song мы с тобой привыкли, там где ты расхлёб, да? Ну ты понял, поменяет букву, там матюк, матное слово. А тут вообще по-другому. Следующая песня называется «Только взгляни». Ты помнишь, я так читаю, потому что у самого Кизару вот песни, они прописаны транслитом. Русский — это английский, поэтому я так и читаю. Мне всегда, знаешь, у шкатулки мне всегда такой загадочный, мистичный звук, да, мистический какой-то, знаешь, даже в некоторых моментах она подразумевает самой такой детское, что-то детское, такой childish, а в некоторых моментах такой в хоррорах ее часто используют, да, то есть она такой неоднозначный инструмент, но я бы сказала, что здесь она будет мистикой и такая мистичной, загадочной. Вот эта песня, конечно, да, бомба. Предыдущая и вот эта, еще First Scale, да. Огонь, да, вот какая-то вот она вот, я даже сказала, хорошо спродюсированная, да, за счет прям, хорошо спродюсированная, ты слышишь то, что, и бывают мелодии, они как бы идут, вот есть биточек, есть сэмпл, и все, конец, да, а тут как бы ты слышишь то, что один сэмплик, да, переливается в другой, да, тут подключаются вот эти вот strings, да, такие тянущая мелодия, да, на фоне, плюс еще хорошо бит, ну, играет все, и вокал идеально попадает, да, то есть линии так прописаны, да, то есть как бы, потому что бывает такое, что, например, знаешь, если ты, например, заметил, то даже на этом альбоме было, что бит медленный, а он читает быстро, да, то есть, например, если бы бит был медленный, и он читал бы медленно, да, то получилась бы очень тянучая, тягучая песня, да, такой еле-еле, да, а вот за счет вокала можно ее, знаешь, как бы интересно ускорить, но тем не менее мелодия медленная, и получается такое интересное гармоничное сочетание, да, медленный бит и быстрый флоу, и тут, а тут, по сути, он, ну, читает так, ну, он читает в своем стиле так быстро, знаешь, вот у него есть такая фишечка, я вот замечаю, тоже заметил 100%, то, что он бывает слова, вот фразы кидает, да, он кидает фразы там, да, я тоже не помню уже, но ты понял.
Вот, и вот такая вот стилистика для этой песни прям походит идеально, да. Плюс еще вот этот вот сэмпл. И шкатулки, которые задают такой, знаешь, вот опять же, который загадочный звук, они хорошо еще на фоне стрингс, их получается, ну, сочетается, и получается такой какой-то симфоничный трек, который мне заходит, потому что я такой люблю, знаешь. Плюс я еще вспоминаю Кизару, даже использовал оперный вокал, вот помнишь, в новом альбоме у него Born to Trap, по-моему, вторая песня. И там вот как раз сэмпл оперного вокала. Ну же, я это люблю тоже, поэтому, конечно же, да, еще раз. Но тут серых вкладышек один. Я видела, насколько ты круто перевити врага, исчезаешь цель. Отсылка к припеву старого трека Олега «Строго для моих райдеров». Опять на английском. Ну, видишь, я видела, сколько ты крут, при виде врага исчезаешь на своих друг. Привет, мне не нужен твой дух, он содержит таких, такие не ходят на школу. Хорошо, интересно, мы с военки слушали на стриме одного. И еще слушали тоже еще один его старый проект. Ну, короче, интересно. Но в любом случае, да, припев. Лям на камне, ну, миллион на камне. Опять же, да, вот такое вот подчеркивание денег, финансовой вот этой вот фишки, да. То есть, как бы у меня есть много, я могу позволить себе потратить миллион долларов, чьи песо, чьи рублей, чего угодно, да, на вот камни, посмотри, вот они у меня есть, могу нового дизайнера себе взять, да, потому что старый мне надоел, ну, смотри, новый дизайнер, типа новый стиль, что-то свежее, что-то интересное, что-то побогаче, что-то получше, да, то есть, как бы, мне старый надоел, я уже понял, что мне не нравится, тут я беру нового, да, он будет богаче, короче, рядом богиня, красивая девушка, самая лучшая. Будут проблемы только взгляни, непонятно, да, вот, имеется в виду. А что имеется в виду? Вот если бы только позвони, вот тогда бы, да, понятнее было. Тут только взгляни. Ты только попробуй мне тут проблему устрой. Да, точнее, только попробуй взгляни как-то на меня не так. У тебя будут проблемы. Наверное, скорее всего, такое. Скорее всего, так и есть. Так, что тут интересного? Вообще песня, она очень повторяется, вот эта вот тематика. И прикольно, она прям в голову заедает. Та-та-та-тин, эль-маги, только взгляни, да, такой вот. Ну, на цвет купюр мне все равно, потому что, ну, знаешь ли, мне всякие купюры приносят, я всякие купюры принимаю, да, за свое. Держу курс на Луну, имеется в виду то, что мои амбиции очень сильно большие, вы все такие приземленные, а я, знаете ли, на Луну. У меня планы вот такущие. Ни на кого не рассчитывай, эти суки, они все паразиты, мэн, они все рядом только когда в твоем кармане, парад большой гонорар. Тут можно сказать как и про девушек, да, так и про друганов таких каких-то непонятных, которые там готовы с тобой тусить за твой счет, да, дружочек, займи мне свой кошелечек и так далее. Со мной ген-ген, покажи мне, кто пришел с тобой. Ну, типа, со мной моя банда, а у тебя кто? Хит за хитом, они все такие, кто это кто такой? Я все помню, парень, но мы слоемся с тобой потом. Ну, в общем, опять же, да, то есть тут есть такой оттенок fuck you song'а. Вот есть он. Ты видишь, да, кто пришел с тобой, мы с тобой слоемся потом. Я выпускаю хиты, они все такие, кто это такой, да, типа... Кто это такой популярный? Почему он так становится популярным? Может быть, надо проверить его, посмотреть поподробнее, да? Я взрываю ядобой, пока ты тянешь лепесток. Да, то есть я опять разрушаю тебя на твоем фоне разбитым. Я молодец. Да, это fuck you song опять, да? Мы с тобой уже нашли у него стихи. Но здесь главная фишка, вот это только взгляни, почему песня так называется. Опять же, когда исполнитель... Ну, песню, так сказать, дает ей имя, он, знаешь, тему в нее вкладывает, да? А здесь тема то, что одним взглядом ты... С одного взгляда ты поймешь, что я круче тебя, да, вот своему оппоненту, да? То есть, как бы, в любом случае, опять же, в рэп, вот в хип-хоп стиле, да, вернемся к этим сегрегированным черным ребятам, да, их главные противники были другая банда. Ну да, другая банда, правительство, которое сегрегирует, люди белые, которым там просто так, потому что они белые, да, но больше и прочее, да. Но в любом случае, самая главная фишка, это вот эти гэнги, это вот эта банда враждующая. Они всячески пытаются их уколоть, убить, уничтожить, да, потому что
От этого зависит их благосостояние, благо жизни, да? Да, это основная... И поэтому основная тематика вот как раз в этих песнях, это вот такое, типа, да ты никто, ты типа... Не буду говорить слово. Не буду говорить это слово. Догадайся сам. Да. Вот в таком ключе. А мы идем дальше на следующую песню, называется «Не беспокой». Fit Smokey. Эй, вы зови стопудово, всем уже новый дулицы, чтобы новости копы где-то новые. Интересно, да, опять какая-то такая мелодия интересная. Какая у нее эмоция, вообще не поймешь. Какая-то такая. Я сказала, что она тревожная немножечко, на самом деле, да, вот за счет вот этой. Да, вот такие звуки сильные, высокие, они все равно какой-то вот передают немножечко. Не зря сирены вот эти делают такие высокочастотными, да, они вот прям пугают, да, панику наводят, да, а тревогу внушают, да, и такие вот звуки высокие, мне кажется, тут есть такие какие-то оттенки, плюс еще не беспокой, don't bother, да, не надоедает, нам пишут. Не беспокой меня, что тут можно подразумевать, да, можно подразумевать, что, типа, вообще не лезь ко мне, да, типа, мы такая банда, гэнг, да, то есть тут он поет про гэнг, плюс еще тут свит, да, можно сказать, у меня вот мы с гэнгом, ты к нам даже не подходи лучше, да, да, бат, даже не надоедай, ничего не спрашивай, ничего, да, мы в своей зоне, мне кажется, в своей зоне комфортно, да. Можно отослаться как раз к такому существованию дистрикта, может быть, даже образный дистрикт, да, не настоящий, в котором мы вот с моим гэнгом ходит нам комфортно, мы его держим, его контролируем, да, и ты какой-нибудь, оп, не подходи сюда, да, не беспокой нас, нам тут комфортно и не смей даже пересекать. Мне не важно, кто ты есть, да, то есть как бы этот дистрикт, мы его контролируем и от каждого, кто ты есть, не кто ты есть, в любом случае. Либо, опять же, ты можешь сказать, типа, блин, ну, это просто, знаешь, как бы, он отдыхает вот как раз в этом вот отеле 5 звезд, и ему пофиг, там, будь ты бомж, либо будь ты супер король какой-нибудь хип-хоп или поп мира, мне все равно, я отдыхаю, я к своим этим принципам притяну, да, не то, что притяну, я, короче, уверен в своих принципах, я вот отдыхаю, и все. Но, опять же, да, не все так просто, как кажется. Наших братьев повсюду держат в заложниках, ну, ты понял, в заложниках имеется в виду либо в тюрьме, либо, опять же, можно отослаться к такому оригинальной стилистике, да, вот эти гэнги воровали у друг друга людей, чтобы что-то заложники брать выкуп, либо запугивать, ну, ты понял. Со мной модели спрячь свою, пока не поздно. Ну, да, опять же, повторюсь, да, то есть девушки, как бы я могу любой там одним взглядом просто пуньк, да, и она моя, да. Это опять же такой а-ля фактисон. Так, со мной старший брат, не беспокой нас, я вижу, что вы хотите быть тренде полностью на бренде. Он до сих пор хочет знать, где я взял эти деньги. Так, подожди. Я вижу, ну, типа, я вижу то, что вы это что-то хотите быть крутым, знаешь, вот именно хотите пускать пыль в глаза, хотите казаться лучше, чем вы есть на самом деле, да, вот чисто вот не хотите быть, а хотите казаться, да. Ну, то, что взять эти деньги, она не узнает никогда, либо она догадывается, да. Чтобы быть в топе, стопудово всем нужен опыт улицы. Ну, тут, знаешь, как бы такой расклад, то есть, как бы, если вы хотите быть так же, таким же, как и я, крутым, вам нужен именно криминальный опыт. Скорее всего, так. Но я бы сказала тебе, что это такое немножко жесткое такое заявление. Либо я его не поняла, да, в каком смысле? То есть, как бы, тут такая мысль. Чтобы стать успешным... Блин. Подожди, ладно, давай одну сначала мысль, потом попробую опровергнуть, да. Чтобы стать успешным чуваком, тебе надо криминалить, толкать наркоту, всякой дичью заниматься. Вот, да? Ты скажешь, типа, ну, оно жесткое. Скажу, да, соглашусь. Но, что тут имеется в виду? Чтобы быть топе, мы можем иметь в виду то, что топ именно криминального мира, да, тебе нужен вот этот опыт, когда ты вот на улице еще такой вот... зеленый уличный чувак, да, может быть и такой, давай по этой схеме пойдем, она более мягкая. Шепот на хвосте копы где-то, наверное, да, все-таки больше по второй стилистике, да, потому что, опять же, Кизару, который говорит, типа, ребят, криминальный мир не такой мягкий, сладкий, няшный, как вы все там придумывали, так что давайте-ка не прыгайте туда, да, думай головой своей, да, а тут он им говорит совсем другое, нет.
Скорее всего, именно что-то другое. Вот второе. Так. Но смоки-мо, что-то интересно было. Ну, тут, по сути, то же самое. А что? Не то же самое. Задрали планку, на ужин курица карри, эти деньги танцуют, Джонни влетает в пламя. Ну, тут опять же такие образы вот этой вот стилистики, вот этой вот образа жизни, да, вот именно не жизни, а образа его. Интересно очень сильно, давай пойдем дальше. То есть не беспокой, не лезь к нам, наш гэнг. А мы идем дальше, наша следующая песня называется HF. HF. Вообще серых кладышей по минимуму, но здесь чуть побольше. Готовы порвать за меня, поднять бокал за меня. За меня! Парень, я знаю, кто ты, тебя не... С каждым разом больше денег, так же с каждым днем все меньше друзей. Прикольная, знаешь, на самом деле песня, она какая-то мелодия сама, такая ту-ту-ту-ту-ту. Да, и вот это вот карусель можно прямо представить, да, вот такая медленная. То есть, как бы карусель имеется в виду, то есть повторяется все. То есть, как бы каждый день это на тебя валятся деньги, как будто все такое сладкое. Знаешь, вот за счет слов карамель, королева, карусель, да, какой-то вот из. И сэмпл такой мягкий-мягкий, прям все представляешь, и так прикольно. Прикольно! Реально, такой какой-то прям такой сладкий, слащавый, как раз такой карамельный такой образ вызывает, такой какой-то прям медовый, сладостный, вот эти вот денежный, да? Там ты понял, да? Такой прикольный, прикольный, за счет слов. Интересно. Во, и под, как раз под конец идеально подошло вот этот. Окей, подожди, может интересно, у нас тут два серых кладыша максимум, да? Говорят, сами разбирать. Мальчик больше не хочет Тамбов, мальчик вырос, теперь он хочет зашибать баб. А вот мальчик хочет Тамбов, кстати, я недавно слышала песню, которую... которые сделали этот мальчик хочет Тамбов. Прям точь-в-точь поет какая-то девушка, я не знаю, какой это язык, чи испанский, чи итальянский, но там он что-то... И ты понимаешь, типа, блин, ребят, ну вы хотя бы что ли придумали свое. Даже прям, даже слова почти похожие подобрали, ну... А, русский дубляж сделали песни. Олег говорит о том, что вырос его потребности вместе с ним. Раньше он хотел спокойной жизни, а сейчас хочет делать деньги. А, да? А что, мальчик к Тамбове хотел спокойной жизни? Нет. Мне кажется, не хотел он спокойной жизни. Не хотел. Он... Насколько я помню... Да, подожди, что-то пробовал. Лучше вопрос пока. Давай. Вот, скажи мне больше денег. Вот. Строки адресованы бывшему на данный момент 20.09.18 близкому другу Саше Соухай, у которого с ним произошел личный конфликт. 30 ноября 2018 года у Саши Соухай будет суд в Испании. 3... Ну, он уже прошел. Мы уже опоздали в 21 год. 3 мая 2018 года у него изъяли 200 грамм травы и много ксанакса. 3.79. Выходил с автобуса, взял чемодан в руки, мне сразу... Ксиву показали, я открыла чемодан, у меня нашли сразу один пакет со шмалью, один пакет ксанакса. А что за конфликт-то? Что там за конфликт? Ты мне расскажи, что там за конфликт, кто такой Саша Соухай? Потому что здесь, например, он... Вот то, что я помню однозначно, да, то есть как бы... Вот с каждым разом больше денег, то есть, ну, с каждым вот этим вот... криминальным днем, да, вот криминальным активным днем деятельности, да, ты получаешь больше денег, у тебя меньше друзей, имеется в виду то, что нельзя никому доверять. Мы сейчас обсудим, что почему. Почему нельзя доверять никому? Каждого свои идеалы, мальчик был прав. В один день пришли федерали, забрали весь этап, забрали все, что у тебя есть, да. И для них это будет легко, они у тебя, ну, посадят, отнимут годы твоей жизни, да. Но будет сильно быть плохие мысли, да, это вот мы знаем, позитив. Мысли позитивнее, пожалуйста. Уже ничего не поменять. Он сказал мне, что когда выйдет, сожжет всех этих крыс. Ну, смотри, как интересно, в криминале... Когда в криминале вообще в принципе не может быть друзей, и там все в принципе держится на, сейчас скажу на чем, на внушениях, знаешь, как имеется в виду. В криминале, то каждый в криминал приходит не для того, чтобы все друзей заводить веселых и прекрасно тусить. Нет, все приходят туда от такой
Либо по зову сердца, там, не знаю, какому-нибудь там злобненькому, да, либо по какому-нибудь такому варианту, когда не получается сделать деньги по-другому, да, я иду вот определенно на эту косую дорожку, кривую, да, естественно, все туда приходят ради денег, чисто материальный интерес, да, и, естественно, каждый хочет денег получить побольше и выйти из этой вот системы. Почему? Потому что там она очень... Во-первых, она очень опасная, да, опасная причем, лидералы тебе дышат в спину, да, вот хотят и своей доли, да, и ты можешь им не понравиться, они сильнее тебя, они выше тебя, да, и ты должен под них прогибаться, да, в принципе, люди не любят прогибаться, да, плюс еще есть более крутые, так сказать, мафиози, да, под которых тоже надо прогибаться, плюс еще надо постоянно держать оборону с других гэнгов, да, плюс еще надо постоянно, ну, короче, это такая система, где ты прогибаешься и нагибаешь тех, кто слабее тебя. Постоянно надо доказывать всем и вся и каждому, что ты как бы не слабак, да, вот это очень важно. Естественно, такая жизнь а-ля древний мир, да, животный мир, да, там тоже в животном мире все звери сражаются друг с дружкой, чтобы доказать, что там босс, кто босс, кто не босс, да, там босс получает все, его род продолжает, ну, там лев, допустим, выиграл, его род продолжает развиваться, остальные львы, все, их жизнь кончена, они могут идти прыгать там со скалы или что откуда-нибудь, да, то есть такая вот фишка, такой подход. Естественно, там не может быть друзей, там не может быть каких-то доверительных лиц, там максимум все держится на вот именно вот этих вот внушениях, что типа ты, там если ты, кажется, принципы, вот принципы, убеждения такие жесткие, да, там типа ты должен делать то-то, да, ты, то есть тебе внушают, ну, например, вот с этими историей с крысами, да, типа если ты там сдал всех, то ты крыса, да. Вот прям внушает, вот вызывает стыд, вину, все такое, да, за счет вот негативных эмоций, это до сути, там держится все это, там нет никакого позитива, там даже, но там все держится именно на вот этих вот подавлениях, насилии и страхе. А на то это и криминал, потому что он незаконный, да, потому что как бы ты сам понимаешь почему. Так, интересно, что тут было еще. Это жизнь, ее никогда не остановить. Ну, опять же, да, тут опять про такую Gangsta Life, HF, только непонятно почему, но очень интересно. HF. Да, то есть эта песня, она про такой день, про как бы и деньги, но с одной стороны, вот они за эти, ради этих денег вот так вот надо страдать, продать просто себя, всего отдать и жить в страхе, в ужасе, да, как будто бы мы в доисторических временах. Вот именно ощущение такое. Окей, очень интересно, поедем дальше. Остаться настоящим. Да, тоже опять же такой а-ля шкатулочка, как будто звук есть у нее, призвук такой интересный. Интересно, да. Остаться настоящим. Плюс у нас еще есть я реальный для этого. Ну, короче, прикольно. Дайте мне евро. Евро, пожалуйста. Отсылка к треку Гизару 2 грамма блант. С альбома Сфорта мы помним. 2 грамма блант и нафиг рубли, я поднимаю евро. Эти строчки мне показывают свое пренебрежение к рублю и делают выбор в пользу евро. Ну да, потому что евро, ему как бы удобнее евро платить. Он же там в Испании. Все правильно? В Барселоне. Потому что, ладно, ты этого не слышал. Окей, что тут интересно было? Остаться настоящим, да? Он хочет, ты понял уже, типа, ну, он хочет остаться настоящим. Давай разбираться, что это значит. Что это для него, остаться настоящим? Если будет надо, я заберу все, что наше. Маме я всего лишь хочу двигаться дальше. Все, что они хотят, больше фейма, близким, неважно. Все, что я хочу, это остаться настоящим. То есть, из всего, что он сказал, вот все, что они хотят, это, ну, как бы он должен себя этому противопоставить, да, то есть то, что он, как бы, они вот хотят вот то, что мне не, уже не надо, либо это все вот, это не для меня, я хочу вот обратного что-то, да, больше фейма. Ну, фейм это популярность такая, вот такая, знаешь, дико жгучая какая-то, такая сумасшедшая, фанатичная, да, фейм. Вот такой вот представляют себе в основном фейм, такой популярный. Близким не важен, то есть
больше фейма, близким не важно. Ну, то есть, как бы, они хотят... блин, знаешь, как бы эти фразы, они как бы кажутся, что типа, ну ок, а вместе никак не сочетается. То есть, они хотят быть вот этими фальшивыми руководителями сект. Ну, давай назовем это так, да, потому что в любом случае, есть такой вот образ популярности, да, не у каждого, но очень часто, когда образ популярности представляется, как будто я вот на вершине, все мне рукотворят, в общем, поклоняются мне, да, как будто бы я какой-то и руководитель секты, да, а это мои фанатики, да, то есть вот такой вот какой-то сектантская популярность, да, может быть, здесь такая вот и показана. Потому что в любом случае у каждого свое понимание фейма, но вот этот фейм, да, если вот опрашивать, то он часто вот именно навязывается, да, показывается. Да, близким не важен, но, то есть, эгоизм, да, тут эгоизм только сам на себе, люди все, никто не заслуживает от меня, даже капельки моего внимания. Я вот чисто для себя живу, я такой замечательный, да. Я могу только себя радовать, а других мне радовать не камильфо. Никому доброго слова я не скажу, потому что они недостойны. Да, вот такое вот значение можно привести. Если будет надо, забери все, что наше. Все, что наше. Это какое? Это какое все, что наше? Вот тут на самом деле непонятно. Но маме, это девчуля, я всего лишь хочу двигаться дальше. Ну, то есть я хочу развиваться, можно сказать. То есть можно сделать вывод, что остаться настоящим... Сейчас мы с тобой еще полистаем, но из припева можно сказать то, что остаться настоящим это... именно чтобы был близкий, которому я смогу давать свое, так сказать, одобрение, любовь и все такое. Плюс еще развитие вперед, движение, да, может быть, со временем. Ну, плюс оставаться настоящим – это не врать, не притворяться кем-то, кем ты не являешься, да. Говорить людям то, что тебе... ну, знаешь, как вот... Говорить людям то, что ты... Не то, что ты типа хочешь, знаешь, вот это, все равно надо важно иметь не бестактность, да? Например, вот тебя кто-то просит из твоих же, например, друзей, да, там что-то тебе сделать, либо занять денег, да, у тебя. А ты не хочешь давать ему долг. Ты говоришь, извини, друг, я тебе не дам, да? Как бы и тебе не надо чувствовать себя каким-то не таким странным, да, врагом народа, то есть вину, то есть ты настоящий, ты признался вот так, как есть. Вот это вот настоящее, то есть. Принимать свои потребности, свои эмоции, чувства и за счет них вот смотреть на мир, да, но никого не унижая, не принижая и все такое. Это называется такое чувство собственного достоинства иметь, да, то есть как бы ты живешь в гармонии с собой, со своими эмоциями, чувствами и желаниями, но ты никого близкого не задеваешь, да, иначе это превратится в высокомерие, да, то есть вот... Чувство собственного достоинства, вот эта фраза, ее часто путают высоковерием, хотя это разные вещи абсолютно, да, если ты в чужие границы личности нарушаешь, кого-то там давишь, толкаешь, пихаешь, да, на фоне кого-то пытаешься вознести себя, все, это высокомерие, причем такое без собственного достоинства, да. Вот так вот, интересный на самом деле факт, но, вот, может быть, он имеет в виду вот это, остаться настоящим, то есть быть настоящим. Потому что, когда ты настоящий, тебе не надо перед кем-то из себя что-то строить, да? То есть, как бы, если, например, знаешь, в каком смысле что-то строить? Вот, например, высокомерный человек, мы с тобой обсуждали, если он видит кого-то похуже себя, ему надо обязательно вот напыщиться, показать из себя, что, типа, ты никто, а я вот огонь. А если кто-то круче, ему надо, наоборот, раболепствовать, наоборот, подускивать, да? То есть, он притворяется, видишь, он как... Он как хамелеон, да? Это не настоящий человек. Ему приходится самому себе врать и под кого-то подстраиваться. И под этого, кто хуже, и под этого, кто лучше, да? Хотя он настоящий, может быть, вообще что-то хочет другого. Ему вообще эти люди не важны ни разу. Ни этот, ни тот. Он пойдет к своим любимым, родным и так далее. Так, что-то интересного. Я могу лучше один сам по себе, где вы все были. Ну, вот был на дне. Но Мицеду, знаешь, мы с тобой уже это слышали то, что когда он был ноунейм, как он себя называл, да, музыка его не бахала, и вот ему не хватало вот как раз тех людей, которые сейчас, например, ему говорят, его слушают, например, допустим, его не одобряют, да, он говорит, типа, вот вы сейчас обо мне говорите, а где же вы раньше были, когда обо мне вообще никто не говорил, да? Может быть, в этом смысле.
Ну, ты скажешь, что я чертов барыга, у меня есть наркотики, парангара, субтропики. Ну, а типа пытаются задеть его, типа, да ты вообще никто, ты барыга, простой. Вот он это обыгрывает тоже в песне. В общем, интересно, остаться настоящим. Мы с тобой примерно... Хотя на наших припеве, вообще я всегда считаю так, если в припеве запихивается в основном самая главная мысль песни, на то он и припев, да, он должен, в принципе, всю песню улынолить, да, то есть ревьюить. На русском, Ален, как бы это сказать? И подытожить, да, и вот тут, скорее всего, то есть он вот это вот и доказывает, что он хочет именно быть таким. Окей, оставаться таким, да. Следующая песня называется «Бали». Бали, Бали. Интересно. Блин, опять весь альбом, он такой вот... Какой-то вот открыт... Некоторые моменты мажорные, да? Вот, ну, конечно, мы помним «Шкатулки». Там были они, да, которые показывали такую загадочность, мистичность, может быть, местами, да? Но опять же, он не... Знаешь, вот... Помню «Мосфуэрта», мы с тобой последний раз смотрели, и вот «Мосфуэрт», он был как раз по мрачноте, по тревожечке, по загадочности, все как надо, да? Здесь немножечко другая фишка, да, вот, ну... Опять же, он 18-го года, этот альбом я посмотрела. Так что, в принципе, все ок. Окей, а, подождите, стойте. Я тут, знаешь, думаю, надо посмотреть, что такое «Боллер», да? И ты тут меня видишь, я погуглила. А, классный, крутой, улетный, преуспевающий человек, да, находящийся на гребне успеха. Отлично, отлично. Теперь мы знаем, нам серым вкладышем это не написали, но мы сами проверили, нам все. Люблю приключения Том Сойер. Тяга к приключениям Тома сравнима с тягой Олега к продаже наркотиков, спорту и музыке. Эти вещи есть в его приключении. Хорошо, хорошо. Да, есть такой Том Сойер. Orange Soda, Кенан Келл и Никелодеон. Отсылка к одноименному сериалу Кенан и Келл, который раньше транслировался по детскому каналу Никелодеон. Я не помню его вообще ни разу. Может быть, я его не смотрела никогда. Даже о чем там, если что, да? Почему он решил это вставить? Боллин. Боллин это... Вообще, Болл... Боллар, это надо еще бальных танцев, Z, танцевальный бал, балет. Но тут I'm Baller имеется в виду то, что я круто что-то делаю, да, то, что Baller это человек преуспевающий. Типа, я преуспеваю, на студии я болен, на корте I'm Baller. То есть, на студии я болен, имеется в виду то, что я полностью в каком-то состоянии нахожусь, прям таким, в таком очень сильном, да, может быть, когда записываю, и я полностью погружен в это состояние, в этот процесс, да, на корте I'm Baller. Ну, это поэтому я и преуспеваю, наполнен любовью, мой папа доволен. Тут имеется, даже не знаю, наполнен любовью, мой папа доволен. Любовью папы, может быть, любовью папы, либо любовью к папе, либо папе. Короче, как-то вот любовь с папой очень сильно, то есть как бы, даже не знаю, вот честно. Папа доволен, что наполнен любовью. Человек, наполненный любовью, это представляется такой счастливый, такой какой-то более радостный, более, так сказать, открытый, да, и папа доволен. Скорее всего, так. Ну, то есть, что хочешь делать рэп, попробуй что-нибудь другое, сначала подрасти, для тебя тут слишком высоко. Ну, тут опять же, да, вот этот вот opponent, да, то есть, как бы, опять fuck you song, уже по элементу, то, что вот я тебя уничтожаю, потому что ты, как бы, в этом не шаришь, а я в этом шарю, вот цифры обо мне говорят, вот, да. То есть, здесь, опять же, опять fuck you song, но... Мы с тобой же поняли. Кстати, вот очень интересно, да, долгое время у меня ни черта не было, бегала в гетто, никогда не слушала белых. Да, я бы сказала, что такая фраза бы, похожая фраза мы бы с тобой 100% нашли у черных рэперов, да, черных ребят. Но здесь, скорее всего, не слушал белых, имеется в виду белые, чистые какие-то вот обычные люди, да, которые с криминалом не связаны, да, бегал в гетто, это места, где my workplace, да, рабочее место. Пускал дым в небо, но это... Да, hard drugs очень редко. Ну, имеется в виду то, что... Ну, я в основном по траве, ребят. Ну, drugs тяжелые. Ну, бывало, но редко. Бывало, но редко. Показываю зубы. Ну, да. Здесь, опять же, все элементы fuck you song есть. Да, то есть, как бы он себе... И немножечко такой образ себя. Ну, образы именно какой-то своей... Даже не своей биографии, а образы вот этого вот... Я даже не знаю, как это называть, OG,
такого. Образ OG как раз вот здесь полностью все очень хорошо рассказывается. Вот мама трахер. Да, то есть мами как девушка, да, в этом случае. Люблю делать дорогие покупки, столько чего. Отстоев вокруг, я в шоке, да, то есть вот такой OG образ показывается вот в этом вот тексте очень сильно ярко. Окей, идем дальше. Следующая песня называется «Ребенок 90». Наша предпоследняя песня, скажу я тебе. Ой, подожди, стой. Ну что, следующая песня включилась? Стопэ. Короче, ты знаешь, что я вот слушаю песню, я вчитываюсь, но потом я вспомнила, как песня называется, только в конце, когда он уточнил, да, я ребенок 90-х. Короче, нам тут опять серых кладышек не дали, поэтому надо разбираться, почему именно эта песня. По сути, она очень похожа по стилистике как раз на те, которые, на ту, которая здесь в этом альбоме складывается, да. В принципе, я бы тебе сказала, то, что у меня уже есть такая теория, что вот именно в таком OG рэп, будем так называть, в нем нет как такового лирического героя, да. Почему я так решила? Потому что вот в основном описываются образы жизни, да. Лирический герой – это тот герой, которым мы эмоционально можем себя ассоциировать, да, то есть у него есть какие-то переживания эмоциональные, и мы как бы чувствуем его, да. А здесь в основном описываются именно образы жизни, да, то есть лирического героя в самом стиле нет, да. Ну, Кизару иногда добавляет, так сказать, лирического героя от себя, да, потому что все равно мы никогда не можем с тобой сказать наверняка, что вот Кизару взял и чисто вот про себя, ну, да, он про себя спел, но в любом случае в песне создается лирический герой, которому мы как бы притягиваем все это, да, мы не можем сказать прям конкретно, что вот Кизару, это прям про Кизару, да, ну, короче, ты скажешь, типа, как сложно, но в любом случае, мы будем с тобой говорить лирический герой, это очень важно. Так, что тут интересного? Да, он лирического героя, он добавляет ему, так сказать, такие моменты вот из своей биографии, своей жизни, да, какие-то свои переживания, которые будут в следующей песне «Долгий путь», которую я точно помню. Но опять же, вот в этом стиле очень сильно описаны именно образы жизни, а не лирический герой, какие-то его переживания. Их тут нет. Нет каких-то чувств, да, описывается именно вот такие вот несколько этапов, которые мы с тобой уже сегодня отследили весь альбом. Да, вот «Ребенок 90-й». Вот, давай отсюда начнем. Ребенок 90-х, все, что есть, досталось мне непросто. Ну да, то есть ребенок 90-х, это такой момент, когда все там повалилось, развалилось, люди были в тяжелейшей депрессии, да, когда денег не было, стояли там в очередях за колбасой, стояли дня три, допустим, да, и вот эти моменты детям тяжелее всего рослось, жилось, потому что взрослые, в принципе, все заняты на выживании как-то, да, каком-то, в принципе, самом базовом, да, а детей им, по сути, не было времени, да, не было момента поддержать как-то, воспитать, да, все, потому что время было такое, когда ты тупо нацелен на как-то, каким-то образом найти денег, купить еды, да, или чтобы не попасться к какому-нибудь бандюгану, да, потому что где-то я читала, что 90-е очень многие, ну, за счет вот этого переворота, ну, то, что вот этого развала Советского Союза, очень многие, милиция была занята какими-то своими делами, да, вышли очень много, а криминальщины начали вот там вот действовать, потому что, в принципе, все были заняты какими-то своими проблемами, и началось хаос, да, не было какого-то управления нормального, да, не было какой-то структурированности, что ли, да, и криминал процветал. Поэтому детям 90-х тяжелее рослось, да, особенно когда они начинали вступать на криминальную дорожку, да. Да, скорее всего, в этом вся фишка этой песни. То есть мне давалось все непросто, я ребенок 90-х. Да, окей, давай пойдем дальше. Следующая песня наша будет последняя, «Долгий путь». Вы смотрели клип, только клип. Я обещала тебе, что мы будем текст смотреть именно в обзоре. Вот он.
ничего не держит. Да. А вот здесь, например, да, становится. А вот здесь, например, есть лирический герой. Вот в припеве ты можешь почувствовать, да, прошел очень долгий путь, да, то есть как бы жизнь была тяжела со своими взлетами и падениями, да, но вот не знаешь, что будет впереди. Но в любом случае готов стрим смотреть с позитивом в это будущее неизвестное, да, и чувствую благодарность за все, что хотя бы я вот все еще здесь нахожусь, и у меня еще есть мой этот путь, да. То есть такой какой-то позитивный, открытый. И надежда, да, вот у него в песнях некоторых, да, все равно прослеживается вот эта тематика, такой образ надежды, лирический герой преисполнен вот этих вот, ну, мечты, амбиции, да, какое-то что-то светлое, теплое и яркое, да. Тут нет по минимуму fuck you сонга, да, fuck you вот этой тематики, больше вот именно акцент на своих переживаниях, впечатлениях и каких-то исторических таких фактов. Короче, такой, знаешь, уверенный и такой, даже не самый, вот трек, который внушает уверенность, сила, такой ресурсный, да, ресурсообеспечивающий трек тебе. Да, ресурсы, то есть как бы ты послушал трек, ты чувствуешь то, что ты в самом деле прошел такой вот долгий путь, да, у тебя были свои какие-то и минусы, и плюсы, и проблемы, и то-то, но ты выжил, и можешь идти дальше, да, с этим опытом, да, посмотреть на него еще раз, сказать, да, вот сюда я больше не пойду, а вот в этот момент мне интересно, что там будет, да. И ты знаешь, что да, будет сложно, всякие будешь делать ошибки, но будешь находить в них всякие плюсы и искать благодарность, да, за каждое, что ты тут есть. Такой интересный трек, ресурсный, да. И все, нам серые кладочные дали медаль, ну, смотри, дали вдохновение Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта, Майами. Культуру музыки из городов. Все, отлично, отлично. Я теперь буду знать, я этого не знала. Из этих вот городов культуры. Из Атланты я, в принципе, много чего слышала. Но это не из хип-хопа. Не из хип-хоп-стиля. Интересно, мы с тобой уже, в принципе, обсуждали, да, вот этот вот его длинный путь, долгий путь. Сейчас вот 2021 год, да, он также делает музыку. Значит, то, что он все-таки ей верен, да, потому что в любом случае бывают такие моменты, когда музыканты, они уходят на нет, да, то есть, но Кизару все еще держится, да, все еще верен своим музыкальной любви, своей вот этой вот браку с музыкой и продолжает делать, радовать нас всякими интересными плюшками, штучками, да, новый альбом у нас будет, у него новый альбом будет в мае, но давай посмотрим, что тут, в принципе, было, какие песни стоит отметить. Fish Scale интересный, да. Потом плюс еще Пакуем. Только взгляни, я запомнила. Но фишка в том, что тут не было мрачного текста, к сожалению, не было. Какой-то загадочность была. Вот только взгляни, мы запомнили. Я ее уже отметила, себе забрала. Fish Scale невероятно, Пакуем только взгляни. Вот, заберу их себе. Спасибо. Большое спасибо. И давай поговорим насчет того, почему именно ковер, да, обложка такая, да. Сейчас она откроется. «Назад в будущее». Ну, это классный фильм, во-первых, да. Он, не помню какого года. Вот не помню какого года, но до 2000-х он был снят 100%. Но давай все-таки, это моя идея, да, «Назад в будущее». То есть имеется в виду то, что они летали вот в это будущее, и там было что-то все по-своему, да. Скорее всего, он именно свою музыку вот этим вот названием подает, как вот эта музыка будущего, ребята. Я вот взял вот с этим Марти Макфаем, сел в эту машину интересную времени, слетал в будущее, вдохновился там всякой культурой интересной, написал альбом, привез вам. Вот оно, будущее я вам привез. Скорее всего, так. Интересная такая теория. Ты пиши в комментариях, что ты думаешь, да? Какие у тебя идеи, почему именно такая обложка, почему именно такое название, какие у тебя любимые песни, но... Мой вариант вот такой. Если понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, Инстаграм, ВКонтакте, проверяй Бэдлин, мое личное творчество, пиши в комментариях все, что мы с тобой уже тут обсудили, и до новых встреч, пока-пока!